Здравствуйте. Хотелось бы поблагодарить за возможность присутствовать здесь и принимать участие в такой большой конференции. Также хотелось бы отдельно поблагодарить Михаила Генриховича, чей доклад несколько перекликается с моим, поэтому я себе буду позволять пропускать какие-то моменты, которые уже были сегодня подробнейше освещены. Что хочется сказать? Время не стоит на месте, и наука движется вперед. Хирургическое вмешательство до сих пор, конечно, является основным методом лечения комбинированного лечения пациентов в торакальной онкологии, но благодаря совершенствованию методик, как хирургических, так и анестезиологических, а также тому, что наука не стоит на месте, и мы лучше понимаем патофизиологию однолегочной вентиляции и совершенствуем методику подхода послеоперационного введения пациентов, число осложнений и смертности после тараканьих операций значительно снизилось. Но тем не менее, мы всегда помним, что легкие у таракально-хирургических пациентов подвержены развитию интерстициального альвеолярного отека. Как правило, это сложные коморбидные пациенты, которые приходят к нам уже имея и хроническую обструктивную болезнь легких, и бронхиальную астму. Также непосредственно опухолевый процесс ведет к тому, что бронхиальное дерево подвержено обструкции и эталектазированию. Интраоперационно также есть факторы агрессии на легочную ткань, такие как ишемия или перфузия, воздействие продуктов крови, факторы, связанные с механической вентиляцией легких, а также прямые манипуляции хирурга на легком, которые могут быть достаточно агрессивными. Непосредственно компонентом радикальной операции является лимфодиссекция, которая ведет к последующим недостаточности лимфодренажа, что также может вносить свой вклад в развитие послеоперационных отеков легких. Ну и мы, как анестезиологи, проводим инфузионную терапию порой более массивно, чем этого требуется. Гипергидратация ведет к отекам анастомозов, легких, отеку стенки и пареза кишечника, острому почечному повреждению, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий. Хочется отметить отдельно, что, как раньше считалось, что именно гипогидратация ведет к почечному повреждению легких, но все больше и больше исследований ссылается на то, что негативно влияет гипергидратация на почечный кровоток и связывает это с отеком интерстиции по верхней почке. С точки зрения патофизиологии, такой элемент эндотелия, как гликокаликс, он играет ключевую роль в физиологии микроциркуляторного звена эндотелия и участвует в регуляции тонуса микроциркуляторного русла и сосудистой проницаемости, поддержания онкотического градиента через эндотелиальный барьер. Авторы ссылаются на то, что при гипергидратации происходит высвобождение натриуретического пептида из-за расширения правого сердца, и это приводит к тому, что гликокаликс модифицируется или смывается с поверхности эндотелия и ведет к расстройству функции эндотелия и утечке сосудистой альбуминово-интерстициальное пространство. Также вклад в то, что есть капиллярная утечка, вносит гипергидратация, потому что дилюция ведет также к снижению онкотического давления. Конечной целью воздействия инфузии, так и вазоактивной терапии, является оптимизация баланса между доставкой и потреблением кислорода. Как видно из этих формул, которые, наверное, знает каждый анестезиолог, что модифицируемыми слагаемыми компонентами доставки являются гемоглобин, сатурация артериальной крови и сердечный выброс. Отсюда, конечно, следует понимание важности контроля кровопотери. Насыщение кислорода крови зависит от площади поверхности альвеолярно-капиллярной мембраны и легких. Ну, конечно, помимо толщины альвеолярно-капиллярной мембраны и градиента диффузии газов по обе ее стороны. Но в ситуации однолегочной вентиляции происходит редукция площади альвеолярно-капиллярной мембраны. И какое-то время, особенно в самом начале индукции однолегочной вентиляции, до того, как развился рефлекс Лили-Стрэнда, на что требуется примерно 30 минут, как ссылаются авторы, плюс увеличивается на это время из-за воздействия инкульционных анестетиков. В ситуации шунта порой нам не просто справиться с гипоксией. Отсюда следует важность поддержания сердечного выброса, что называется, во что бы то ни стало. И сердечный выброс – это тот самый модифицированный фактор, на который должна быть направлена инфузионная терапия.
ну, на сегодняшний день выделяют либеральную, рестриктивную терапию, и какого-то определенного нет четкого понимания, что считать либеральной терапией, что считать рестриктивной терапией. По данным некоторых авторов, что рестриктивной терапией считается введение до 1750 мл в сутки, а либеральной более 2 литров и 750 мл в сутки. Не существует четкого определения, но эти стратегии однозначно не учитывают особенности конкретного пациента. Поэтому в последнее время все более актуально становится использование так называемой целенаправленной терапии, что подтверждается улучшением прогноза, снижением частоты осложнений и летальных исходов у хирургических пациентов групп высокого риска. Оптимизация гемодинамики является одним из ключевых компонентов переоперационной целенаправленной терапии, которая преследует самую важную цель – улучшение исходов хирургических пациентов. Я здесь привела цитату, которую можно перевести как «нужное количество жидкости по потребности конкретного пациента, и именно тогда, когда ему это необходимо». И, наверное, это то, к чему можно привести нашу инфузионную терапию. Но для этого, естественно, необходим мониторинг, о котором мы скажем чуть дальше. Необходимо поддерживать на должном уровне тканевую перфузию и оксигенацию. И именно это будет способствовать улучшению исходов. Есть исследования. Первое исследование – это систематический обзор и метаанализ Чонга и его группы. Концепция переоперационной целенаправленной гемодинамической и жидкостной терапии берет свое начало в фундаментальном исследовании Шумейкера, где были получены явные улучшения результатов исследования. На протяжении десятилетий целенаправленная инфузионная терапия оставалась высокой областью интереса в переоперационных исследованиях. Только с 90-х годов было опубликовано более 100 рандомизированных контролированных исследований. Чонг и его команда опубликовали в Европейском журнале анестезиологии в 2018 году свой метаанализ, который включал 11659 пациентов, и в группе целенаправленной инфузионной терапии достоверно снижалось пребывание в стационаре, количество послеоперационных пневмоний, снижалась летальность и количество остропочечного повреждения. Самое крупное на сегодняшний момент исследование, касаемое переоперационной целенаправленной инфузионной терапии, называется Optimize, она стартовала в 2019 году. И на сегодняшний день это многоцентровое международное открытое рандомизированное контролируемое исследование. На сегодняшний день достоверно известно, что мониторинг сердечного выброса снижает летальность и заболеваемость в послеоперационном периоде с вероятностью 96,9 и 99,5% соответственно. Также есть статья, вышедшая в 2020 году, в которой показано, что целенаправленная гемодинамическая терапия хирургических больных, это систематический обзор и метаанализ влияния на послеоперационное легочное осложнение именно, она включала 66 исследований и 9548 участников, которые сообщили о легочных осложнениях. И использование протокола целенаправленной инфузионной терапии достоверно приводило к снижению общего числа легочных осложнений, таких как легочные инфекции и отек легких. Но не было никаких различий в частоте тромбоэмболии легочной артерии и острого респираторного дистресс-синдрома. Касательно инструментов, которые у нас имеются, очень подробно осветил Михаил Генрихович, ведь непосредственно необходимость в инфузионной терапии в целом, определение ее объемов и состава начинается с оценки волемического статуса пациентов. Золотым стандартом является катетер Свенганца. Следующий по валидности – это транспульмональная термодилюция. Трансэзофагеальная доплерография, как несколько менее инвазивная, но тоже очень точная методика, входит в клинике. Нам в клинике доступен анализ пульсовой волны, это методика FlatTrack Vigileo, которым мы активно пользуемся. Но сегодня мне бы хотелось больше остановиться на неинвазивных методиках, они бывают двух видов, на основе биоимпеданса и биореактанса. Биореактанс – это методика, которая лежит в основе монитора неинвазивной гемодинамики фирмы Cheetah Medical. Есть у нас в клинике, и мы работаем на нем. Эта методика заключается в том, что через грудную клетку пациента подаются электрические импульсы, где в зависимости от кровотока происходят относительные сдвиги фаз осциллирующего тока. Эти регистрированные сигналы имеют высокую корреляцию с током крови аорты.
компьютерной программе в самом мониторе преобразуются и выводятся нам на монитор уже в виде конечных данных, таких как сердечный выброс, общее периферическое сопротивление и прочие показатели. Еще очень важным тестом, который также можно осуществить с помощью этого монитора, это тест с подъемом, пассивным подъемом ног. Физиологической основой теста является использование собственного объема крови пациентов, то есть аутотрансфузия. И данный тест с высокой достоверностью может предсказать увеличение сердечного выброса в момент притока крови из вен нижних конечностей в правое отдело сердца, которое составляет в среднем 300 мл. Очень для нас важно, что этот тест обратим, и это собственная кровь пациента, что непосредственно увеличивает его для нас привлекательность по сравнению с тестом болюса инфузионной нагрузки. И в зависимости от динамики сердечного выброса при проведении данного теста пациентов разделяют на две группы. Те, которые реагируют на эту инфузию аутокрови, то есть респондеры, и не реагирующие нон-респондеры. Немножко подробнее про монитор. Это неинвазивный монитор сердечного выброса, и он прошел сравнительные испытания и доказал отличную корреляцию с результатами, полученными с помощью золотого стандарта мониторинга катетера Сванганса. Здесь в табличке видно, что можно определять сердечный выброс и сердечный индекс, ударный объем, индекс ударного объема, общее периферическое сопротивление и некоторые другие показатели. Все это позволяет значительно расширить область применения гемодинамического мониторинга, получение и использование данных сердечной гемодинамики для оптимизации лечения пациентов без риска дополнительных осложнений при каких-то инвазивных манипуляциях. Потому что, его использование – это необходимо наклеить 4 электрода на передней поверхность грудной клетки таким образом, чтобы сердце было заключено в квадрат. Подключается обычными проводами к монитору и все выводится на его поверхности. Также еще необходимо использовать пульсоксиметр, который прилагается к этому монитору, и обычный неинвазивный тонометр. В Испании в 2014 году было проведено исследование ПАЭМАС. В него было включено 142 пациента, и их задачей было определить, их целью, снижать ли протокол переоперационной гемодинамики, основанный на неинвазивном мониторинге сердечного выброса, частоту послеоперационных осложнений, длительность пребывания пациентов в стационаре и их нуждаемость в интенсивной терапии. Второстепенно также они оценивали остальные перистальтики, частоту раневой инфекции и смертность. И результаты были достаточно оптимистичными. Показано было снижение частоты общих осложнений и продолжительности пребывания в хирургии. Но это было оценено именно в абдоминальной хирургии. Также есть исследование, в котором группа ученых валидизировала этот монитор с трансэзофагеальной доплерографией и вывела, что он работает аналогично, без каких-либо клинически значимых различий в результатах, и предполагает повышенную простоту использования, а также меньшее количество недостающих точек данных. И предлагает его как хорошую альтернативу мониторинга. Целенаправленная жидкостная терапия на основе НИКОМа достоверно ассоциировалась с улучшением прогноза у пожилых пациентов вот в этом исследовании, вышедшем в 2018 году. Это были также абдоминальные пациенты, они переносили резекцию опухоли желудочно-кишечного тракта, и в целом послеоперационные осложнения были снижены. Но клинические исследования и метаанализы показывают, что различные подходы к инфузионной терапии дают значительно отличающиеся клинические исходы, и что приводит к разнообразию подходов, к продолжающемуся поиску оптимальной стратегии. Мы нашей командой в Институте Петрова решили попробовать объединить неинвазивный мониторинг, а также протокол целенаправленной инфузионной терапии у торакальных пациентов. Так как на сегодняшний день не существует какого-то унифицированного протокола целенаправленной терапии, мы посмотрели все и разработали немножко свой. Что мы делали?
Мы брали, это сейчас, это индуцировано в марте, у нас на сегодняшний день проведено через эту схему 11 пациентов. Это торакальные плановые пациенты, которые идут на такой объем операции, как пульмоноктомия или лобэктомия, торакотомным доступом или в виде ассистированной этой операции. Уже непосредственно подготавливаются они классическим обычным способом, с обычным питьевым режимом. У нас традиционно накануне прекращается прием жидкости. Перед операцией на столе проводится тест с подъемом ног. Если пациент относится к группе респондеров, то мы выполняем инфузию жидкости сбалансированного кристаллоида в объеме 10% ОЦК. И только после этого следует инфузия. Если пациент относится к группе нереспондера, как вот на данном слайде видно, что это непосредственно протокол из самого мониторинга НИКОМ, он все протоколирует, и потом из памяти его можно все скинуть на флешку, что очень удобно для работы с его данными. Здесь видно, что прирост индекса ударного объема составил 11,7%, то есть пограничный, но он все равно отнесся у нас тот пациент к группе нереспондеров. Дальше классическая индукция, это фентанил, пропофол и рокуроний расчетно. Непосредственно дальше поддержание общей анестезии, это севаран. Также всю операцию идет базовая инфузионная терапия через инфузомат. И всю операцию проводится мониторинг сердечного выброса, ударного объема, ОПСС, давления, сатурации. И целью нашей является поддержание этих данных в референсных значениях. В случае падения сердечного выброса или ударного объема пациенту выполняется больше жидкости. В случае снижения общего периферического сопротивления пациент получает вазоактивную терапию, это норадреналин, титруем до эффекта. Мы надеемся, в таком формате такая таблица тоже, это все из памяти монитора, тоже очень удобно работать с этими данными, шаг измерения тут 4 минуты, достаточно все динамично. Мы надеемся на улучшение переоперационных результатов у пациентов, с которыми мы пробуем работать таким образом. На сегодняшний день пока каких-то осложнений мы не обнаружили. Мониторинг диуреза показывает, что все неплохо. Операции в среднем длятся у нас, в среднем 3 часа получается. Бывает подольше, конечно же. Мы надеемся на улучшение переоперационных результатов у этих пациентов. Переоперационная современная целенаправленная терапия снижает заболеваемость и смертность. Использование целенаправленной терапии вынуждает врачей придерживаться определенного алгоритма. Интересно, что это потенциально улучшает исходы, а также помогает уменьшить вариации введения таких пациентов. Ведь исход пациента является главным приоритетом для любого врача. Но до тех пор, пока исследование будет направлено на определение оптимального гемодинамического параметра, на что ориентироваться доктору, и вмешательство для целенаправленной инфузионной терапии использования не будет принято большинство. Мне бы хотелось поблагодарить своих учителей, своих наставников, и спасибо всем за внимание.